Дмитрий Кузнецов прислал 70 рубчиков. Спасибо большое за внестримовый донат. Там, значит, текст «Привет, Моисей» и ссылка на видос на YouTube. Вот. В общем, попробуем бахнуть реакт Чанского, так сказать. Надеюсь, что блокировки не будет. И, в общем, спасибо большое за донат, Дмитрий Кузнецов. В общем, народ, все остальные тоже это присылайте внестримовые донаты. Не обязательно именно на стриме кидать деньги. То есть все, что не попало на стрим, всегда будет снято видео с благодарностью. И если даже там реакцию надо снять, ну, на что-то, за что не должны блокировать, то вообще без проблем. Если вдруг будут блокировать, ну, сорян, значит, не получится. Вот, смотрим. DVSR Shutdown Official Music Video. Дженс is proud to present you что-то там. Так. Бьет, это, ну, короче, это, типа, бьет больше, чем, блять, абьюзив. Я понимаю слово, но я не знаю, как перевести. Abusive father. Ну, типа, ненастойчивый отец. Ну, короче, чем плохой отец. Бьет сильнее, чем плохой папа. Не знаю. Бьет тоже. Hits имеется в виду. Не бьет, а как бы пробивает. Я из такого слушаю, как активист. Напоминает мне сразу. Ничего. Ну да, как активист напоминает сразу. Джентрэпкор такой. Прикольно, мне нравится. Ну прям практически то же самое, что в активист. Это неплохо, но это так. Дизайн это via strength and respect называется, зашифровывается. Есть еще похожие аббревиатуры в этой, в вот, кстати, обратите внимание, даже видно, что следующее видео он сразу рекомендует активист. Ну, типа, ну, Моисей же шарит пальцем в очке. DSLR есть, типа такие, ну, что-то связанное с видео. И, по-моему, это название зеркалок на английском языке. Да, Digital Single Lens Reflex Camera. Ну, короче, это, блядь, жопа какая-то. Сложным текстом просто зеркалка называется, насколько я понимаю. Ну такой он долговатый, что ли, трек, я не знаю. Не хватает каких-то классных фишечек, да, то есть вот балдежно, но и клип такой, в принципе, симпотный. Вот, ну, как бы самое единственное что-то забавное, это вот это вот эхо конца. Ой, сорян. То есть здесь всякие вот эти вот, да, там
Вот это. Вот это все прикольно работает, да? В активисте. Что там еще было? Вот в Elevate. Вокальные вставки. То есть то, чего здесь не было. Вот хактивист называется песня. Горшок в рекомендациях. Ну, правильно. Вот это прям... Ух, блять, пиздец. Вот эта песня прям вообще балдежно качает. Да? То есть... Вот эта вот штука. Да, и потом вот это вот. То есть, когда песня в таком стиле, ну, который не всем подряд заходит, мне кажется, важно ее фишками какими-то классными насытить, чтобы даже, ну, вот, то есть для меня это лично важно. Я, бывает, слушаю песню даже в каком-то, не там, не знаю, непривычном для себя жанре, если в ней есть что-то очень такое прикольное. Ну, там, Эмюр, например, вот это вот. То есть я особо не слушаю такую музыку, но... Тут что-то вот... Перемены вокала. Вот что-то такое есть в этом во всем, да. Вот это вот. Сейчас, а до этого вот. Да, вот это вот прикольно все. Что еще вспомнить? Как они назывались там? Вот эти чуваки. Artifact Implication Effect State. Вот эта штука в начале. Очень прикольно работает. Тоже куда-то там джент, но уже с грохом. Это работает. И вот эта вот штука в конце здесь. То есть я люблю такую музыку, если в ней есть какая-то вот фишка. Этот трек, ну, он прикольный, но в нем, типа, ну, который мы слушали, DVSR, но просто в нем что-то вот особенного не хватает. То есть он хороший, мне как бы все это даже нравится. Ну, в общем, вот так. Все, спасибо за донат, спасибо за просмотр. Заходите на стримы. Ну, либо донатьте так. Мне даже удобнее. Может, вообще будет гора донатов? Типа, если кто-то парится, а что, если тебе будет слишком много донатов? Чуваки, я сниму на все, вообще нет проблем. Если будет слишком много донатов, я, блядь, стримить не буду. Буду просто снимать видеоответы на донаты. Отлично, меня полностью устраивает. Все. Только бы не заблочили, пожалуйста, за авторские.